это Ну, буду скажем немагия так, больше там, интересно. скорее всего, вся планета какая-то магическая, потому что там именно технического ничего нету. Абсолютно, как вот Вьетнам забитый. Да, вот как Вьетнам, вот такого плана. Вопрос, какого хера ты туда на жертвоприношение попёрлась? И почему я попёрся тебя потом мстить, даже не освобождать? До сих пор тут коготь. И коготь как сломался, во мне остался. Я вырвался, чтобы потом новый удар нанести. Вот как коготь, вот когда я умер с ним. Вот он до сих пор висит. Не могу убрать ни диагностом, ничем. Да, потому что это магия. Там все то животное было магией, как пронизано. Каждая шерсть. У него такая шерсть какая-то буро-коричневая или черная, такая длинная, темная. И вот Какой каждая черная. шерстинка, это она полностью вся магия пронизана. Она как электрическая, к ней не дотронешься. Почему первое воплощение после ящика наше там, на этой планете? Прямо под нами, но в центре Тора прям. Почему там потом Дюна, потом другая вселенная, потом здесь уже три воплощения? Но случайно это воплощение не бывает. Чего-то туда Мы поперлись. же уничтожали то, что как бы Рой, да, подпитывает, и куда может идти Рой. Чуть-чуть на опережение. Туда мог пойти Рой, но это совершенно не по траектории. Не по траектории. Он мог брать оттуда магию, питаться этой магией. Это могло быть, потому что там очень мощная магия. Там Ну как смотри, связь. он убивал людей, вот тебя в жертву принесли, Да. души к нему. Может быть, там основу вот этого жертвоприношения Рой взял. Сам принцип. И тогда Возможно. вот, убив его, расформировав ту магию, мы расформируем всю магию жертвоприношения здесь. Потому что часто мы, ну, делаем, но мы их уменьшаем, сам принцип-то не разбираем. Мы просто боремся с последствиями, да, а Да. не вот причину нужно убрать, А вот первое сам вот. принцип, как перекачивать жизненную силу из человека в себя, наверное, тот зверь брал, который я убил. Почему я не убил-то его? Обычный человек, наверное, вряд ли мог его убить. Смотри этого зверька интересного. Магического. И откуда магически в центр? Ну, в центре, в принципе, мог забраться. Но это уже больше в сфере квантовой. То есть откуда там магия вот так вот настолько левее? Хотя наоборот, тот комп, который форматировал, он шел вправо, и он форматировал все на квантовый уровень. То есть магию стирал снизу. Это же переформатирование всего Тора, изменение свойств. Вот почему, как, откуда это чудо? Смотри, вирус в нем есть. Но не может же в нем быть первооснова вируса. Это же вирус, это же не то, что в нем могло. Потому что он весь пронизан вирусом. Из него как берется Компонент. что-то, может быть. Петля. Он петля. Как вроде его свойства и есть вирус. Он весь вирус. Круто. Круто. Вот впечатление, что он тех, которых убивал, ему главное не скушать было человека, а вот вырвать изнутри и вот это вот держать все. Помочь и душу вырвать. Вероятно, из-за этого он и такой мощный был, что он этими душами напитывался. И там как трансформация шла, вот как тварь со временем трансформировалась. Сразу она была одной, а потом менялась, менялась, менялась. Именно ее образ менялся. Так и у этого вроде он сразу был просто огромным гориллом каким-то или ну чем-то таким. А потом он видоизменялся, как трансформировался постоянно. Накачивай себя жертвоприношениями и душами.
Да, я пошел в начало всего этого. Потом Дюна, да. Потом школа ведьм, вот Дюна, это Жертвоприношение. школа ведьм, это уже такое осознанное, уже не на уровне животного магия такая животная, То же а самое, вот уже, да, да. человеческая осознанная школа магии уже, И это уже. они эти жертвоприношения и умение работать через спайс, через измененное состояние сознания с магией. Вот это взаимодействие принесли в рой и сюда перенесли. Давай все-таки этого зверька разберем. Да, Пошли его изучать просто. я пытаюсь на него настроиться. Я чувствую, вот пока мы с тобой разговариваем, я пытаюсь хотя бы образ. Мне грудная клетка очень мощная, кажется. И такие когти интересные, как у этого. Ну, этот Люди Икс был этот. Росомах, во. Подобные когти. Почему? Как у ленивца. У ленивца такие. Так, и... Длинные. Угу. Вот один тут, сука. Черный. Пипец чешется. Ладно. Покажи синему. Спроси, Он что это. такой раз и за меня прячется. Че это так? Не знаю. Я ему показываю, вон дверь, он раз и за меня. Ну, пусть узнает, что это. Сколько таких еще есть? Да ну нафиг, он говорит, что это какой-то оборотень. Угу. Почему бы нет? И из кого в кого он превращается? Синенький солнышко, дружочек, покажи, что там было. Какой оборотень? Он боится. Он раз и за Дрожит. меня. Как он может дрожать? Я не знаю, но он раз и за меня прячется. Нет, я, конечно, знаю, кто не будет прятаться. Да и он не должен прятаться, Вот но он я же. там же. Это какая-то эмоциональная реакция, как у Финьков. Так, не будь Финьком, соберись. Вылезай. Спрятался за женщину. Не будь тряпкой из Да-да-да. синий. Кто здесь Джин, твою мать? Эта магия более мощная, чем магия Джина, если он прячется. А и может засосать, смотри. Вот ничего боится. Полностью быть расформированным. Офигеть. Он и душу так расформировал. Он в себя ее впитывал. Угу. Каким-то образом эта душа становилась частью его. Каждая душа становилась, я вижу, как внутрь в желудок, вот, и раз-раз-раз-раз встраивается. В структуру, да. Ну смотри, я его... И все. Конечно, мне это все не надо, но это пошло распадаться. У меня же есть антипиретирин, как говорит Дима. Точнее, он не так сказал, это я уже сказал. Одну-то душу я вытащил из него. Угадай, Ну, чью. да, одно вытащил, наверное, он не успел сожрать. Не успел устроиться по стряду. Да. Наверное, ты затем его и разрезал, чтобы освободить. Ты же Не его, успел разрезать. ну, колол, во Я всяком случае. вокруг этого бегал. О, Камня. Димку я подключу. Давай. Я вокруг камня бегал, чтобы он меня не достал. А я копьем его потыкать успел. Любишь ты проблемы создавать. Привет. Алло. Как ты? Повернись Ну, к лесу задом, ко мне передом. сейчас поворачиваюсь. Поворачиваю избушку. Как у тебя дела? Ну, нормально, терплю, чё. А чё терпеть? Да. А чё терпеть? Ну, чего терплю? Не знаю. Ну да, а чё ещё делать-то? Бороться, думать, атаковать, все что угодно. Мы вот Ну вот. с Моной разбираем
женскую магию, магию Моны. Как из, Да? как из нихера создать проблему? Чтобы создать проблему из нихера, нужно взять нихера и Мону. И все, проблема будет. Нихера это пустота, значит пустота нужна на Мону, получается только Мона. Это твоя математика. У нее своя математика. Это может быть не только пустота, это может быть блок, ноутик, ручка, яблоко, все что угодно. Нихера это более общее понятие. Что не умножишь на Мону, все равно получается косяк. Это такой свой. Я любя, да. Это не такая магия. Мы сейчас смотрим оборотни, Дим. Да, смотри, кстати. Вот, у меня в голове коготь остался. Откуда это? А, я видел, кстати. Вот, когда ты спал, тебе когтем вот так вот. И по спине еще вот так вот когти. Вот эти, как у сатанисты, прям вот. Вот прям вот а, такие. Вот посмотри, что это? Вот такие когти и вот такой вот. У кого вот, из сатанистов такие когти? Ну-ка, ну-ка, когда это было? Смотри, я в этом теле, да? Что? Мои наушники. Как мои наушники? Это что, они сейчас в телевизоре будут? Не может такого быть. Включай свои наушники. Сейчас. У тебя тоже есть магия домашняя, да? Из наушников проблему сделать. Просто здесь телевизор, и если будет телевизор, то меня не слышно. Понял, да. Ладно. А, все окей. Да, спасибо. Не то, что такое есть, сейчас зажгу. Да. Сейчас чакры оттопырим. Ага. Держи чакры шире. Своя карма ближе к телу. Надо. Давай, топырщик. Илья, стараюсь финка увидеть. Представить. Так, ты о чем? Мозги напрягает. Я вот, мне пишут, вот стараюсь представить. А, ну, представить, есть, никак не получится. Да. Уже в мозгах себе сделали копию финька, уже все. Уже мотивировали. Да, да, да. Вместо того, чтобы протянуть руку и погладить, они вот мозги себе, да. Есть такие люди. Любят себе мозги поанонировать, мягко говоря. Ментальным анонизмом заниматься. Внутри собственной конструкции создают и все. С миром никак не общаются. Только вот внутри постоянно перелопачивают свой мозг. То так его отформатируют, то так вот. Только себя вот. Ну, бывает такое. Объяснять приходится, что нужно чувствовать. И выходить немножко за пределы своей ауры. Как минимум, чтобы контактировать с миром. Ладно, мы отвлеклись. Коготь, Дима, коготь. Да я смотрю уже. Хорошо, что видишь? Это из прошлого, от красно-черного. Угу. Так. Насколько глубокое прошлое? Это как часть тебя взяли, и тебя же вот так вот тебя по голове. Так, уже интереснее. А как взяли часть меня? Ну, ты из прошлого. Угу. Кто по голове? Странно, я вижу куриные лапки такие.
Вот тут такая вот штука. Так, а почему? Как куриные лапы. Ладно, я не знаю. Где эти куриные лапки? Какого цвета эти лапки? Я вижу, как в прошлое пришли вот три чувака и к кристальщику, вот подошли к красному кристаллу, начали из него нитки вытягивать, такую нитку, как ДНК, очень похожую, вот. И так вот выдирает его из нее. Кто трое-то? И ты палкой тыкал? Как это связано с коготком? Вот ты говорил, по голове, сзади, куда еще, смотри. При каких это было обстоятельствах, чтобы не отвлекаться? Они воронку делают вокруг него. Коготок. Когда? Кто? Это я в другую сторону ушел. Угу. Так, в теорию, а ты давай вот ситуацию, практику. Не знаю, я не вижу. Позови синего диагноста. Опиши, кстати, как он работает. Что ты там со сферой натворил? Что за принцип вложил? Какие алгоритмы? Устанавливает изначальную структуру. Угу. Это нормально? Ответ нет. Где ты видел нормальную бабу?
Не на этой планете. Не отвлекайся. Я, кажется, поняла. Молодец, жди. Жду. Мона и поняла, это уже что-то. Уже я в предвкушении. Ну давай, пусть Дима. Да, точно. Не поняла, я увидела. Потому что понять нифига не поняла. Ответ пришел, скажем так. Да. Знаю, какие-то образы, понимаю, что это такое. А примерно что? Одень наушники. Они сели. У всех свои сложности. Говори. Такую пластину. Какие-то пластины такие, на них какие-то наросты такие. Так. Где это? Я тут при чем? И чё Мона поняла? Не знаю, мне надо восстановиться. Ты очень быстро сдаешься. Снова какой-то блок. Диагноз может его промыть? Ты опять записываешь, что ли? Тут у меня какая-то вот прям... Это блок... Буратинку. Причем четко. Как ты это чувствуешь? Вот то, что не надо, ты чувствуешь. Как только кто-то на тебя смотрит, кроме нас, ты буратинка. Все. Пошли им всем синего диагноста, кто смотрит. Пусть восстанавливает. Что он там восстанавливает? Изначально восстанавливает, а убирает все программки, очищает блоки, частоту делает, восстанавливает эти нейронные соединения. Я вижу, она так тонко, вот настолько тонко. Это знаешь, как ваткой такой синий к мозгу, так тюк, промокнул, так потом еще чуть-чуть тюк. Так, чай, сейчас по чайной ложке, но мы так кашу не сварим. Можно как-то вот интенсивность для обычного человека? Для вот тук-тук. Вот как-то усилить. Вот не для тебя, скажем так. Хотя бы для меня. Тебе специально нужно? По твоей прошу. Да, сделай специальный вот для меня, а потом на всех распространим. Что если пробьет меня, пробьет всех. Вот, для Кости, смотри, Кости, вот смотри, ну, какая сила нужна, чтобы его пробить. Там мозгов нет по определению. Тысячи лет в рое, он сам думать не умеет просто вот. Это вот настолько, это в гене где-то, он не умеет думать сам. Армия это вот его. Вот чтобы его пробило, его ментал почистило и заставило самостоятельно думать. Вот это надо, понимаешь? Вот на таком уровне.
На плинтусом. Скажи сфере сделать вот такую вот железную кувалду синего цвета. Который берет извилины, распрямляет прямо на наковальне, а потом скручивает, как надо. То же самое, как у тебя, только для людей. А еще лучше для обезьянок, чтобы точно прошло, и тогда на людей точно подействует. Тут уровнем ниже давай завышать. Жестить будем. Что там она задребезжала, как трактор. Обсчитывается. Она уже выдает картинку, Дим, как это нужно делать. Чтобы из каждого человека был гением. Гения сделать буквально. Диму сделать. Она говорит, что это архитектор мозга. Да. Она говорит, что с самого низа первый слой, и по слоям пойти как нужно. 3D принтер, да. Да, и там, где деструктивные нейронные связи даже разрушать нужно. Только это да. Нужно импульсом. Раз, раз, раз. У человека остались те, которые, скажем так, поведенческие, и те, которые не деструктивные. А все остальное, вплоть до того, что есть там магия, и как-то перепрошить мозги. Угу. Это все Ну, просто чтобы разрушается. Повороты убрала, чтобы... Да, она показывает просто как архитектор. Вот слой по слою, как раз, 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 как раз. Принтер, как на 3D. да, Да, печатать. и выстраивает раз, меняет Да, там, пусть если делает конфигурация такого. была. Пусть делает такого синего диагноста. Выстраивает, наполняет, направляет. Да, это может быть и архитектор мозга, правильно. Пусть будет архитектор, да. Ну, диагноз синий, как мы Мы привыкли, так нам называем его, проще, а да. она будет Да. называть как угодно. Есть что-то пошло, да. Пошли его Показывает себе даже мне. иголки такие, где в голове, вот знаешь, как зубочистки, ну, по типу иголки, раз, раз, и они просто вверх, вверх, вверх. Она даже не разрушает, а просто выталкивает, выталкивает Ну, а наружу. потом они, да, Да. растворятся золотым диагностом. Запускай. Нам пятерым с Костей для начала. Потом команде в Америке. Потом тем, кто нас смотрит. И в символ. Мироздание, то есть цель Так взора. вижу, вот Костя ловит, ловит где-то там. А он... Не, это он к нему прилетел и ищет, куда встроиться. Мозга-то нету, сознание ноль. И так, и так. Пристыковаться некуда. Но мы любя. Зато он хороший. Он хороший, да. Да, он верный и такой преданный, классный. Да, я не против, но...
прикалываться можно и нужно. Теперь картинки идут еще лучше. Куда уж лучше. Сейчас, надеюсь, под защитой будет сознание Димы. Оно восстановится, и он тоже начнет видеть картинки. Что за коготь? Он как-то ко мне подлетает и не встраивается. Ты так умный. Как будто какая-то оболочка прям отталкивает его. Ты так умный. Угу. Смотри, что за оболочка. Ты как в скафандре круглом. Квантовый компик сломать? Как в груди у тебя, который держит эту оболочку, чтобы пустоту держал. Чтобы вокруг головы была ломай, пустота, конечно. Не наполнялась. Хорошо. Скафандр остался, а то, что вот прямоугольная коробочка такая, которая у тебя была в груди, как накачивала этот скафандр пустотой, ушла. Смотри сам, что это. Моно, что это у него? Это компик у него тут. Вот прямо тут, и оно так держит его. Он как у него срабатывает от удара от какого-то. Вот если происходит какой-то раз удар на него, и оно как включается. Прибыток как... энергии, приходит энергия, и да, все включается, да, чтобы пустоту и держало. И как мембранка, раз, и оно вот так защиту, закрывает да, полностью. Да. Там такая мембранка, она вот так выгнута, знаешь, как на электрочайнике. Вот пар вот так раз, и оно выключается все. Ну, только у тебя идет наполнение чем-то хорошим. Раз, программа на пустоту. Смотри. Я думал, это мой компьютер. Это не твой. Может, тебе и сказали, твой, но что перепрограммирован, это твой, да. Его перепрошили. Потому что вот это вот такое действительно видно, и оно такое, знаешь, искрится, до него не дотронешься, оно такое вот раз, пространство такое какое-то сжатое там. Ты как внутри какой-то или симуляции пустоты, квантовой, или да. пустоты какой-то раз, вот так и накрывает тебя с головой. А потом, когда ты опускается уровень наполненности, раз, и это просто оно отключается раз, раз, раз и прячется. Ну, я как-то так это вижу. Чтобы ты не усиливался, да. Чтобы сознание, потому что нужна критическая масса энергии в сознании, чтобы ты начал что-то делать, магию применять, ну и прочее. И чтобы этого не было. Чтобы тебе хватило только, чтобы подумать, что пожрать и где посрать, вот такое. Чтобы не просыпался. Чтобы не было контакта с твоим истинным я. С тем, что ты есть. Перепрограммируй компик. Я вот его возвращаю. Как... Либо пробуди, либо перепрограммируй. Наоборот, чтобы наполненность держал. Вытащи, переверни и вставь обратно в штекер. Чтобы снаружи была пустота, внутри наполненность. Чтобы все в себя тащил. Хороший. Кстати, он твой и есть, только он, да, переткнутый был. Вон, а у меня такое, кажется, тоже где-то есть. Посмотри. Тебя пониже. Да. Тебя вот здесь. У меня на силу, мою силу. Да, вот, вот. Вот здесь, только вот туда дальше. Так. Ну, вытащи. Тоже. Переверни и воткни. Как был. Он был иначе. Это наши, только роевые даже. Только потом их перепрошили. На опустошение. Он так и должен, как ребром стоять, ромбиком таким. Не прямо вот так, а вот так вот, знаешь, так, в пространстве. Пусть как угодно стоит, да. Без разницы. Угу. Слишком хорошая программка.
Это, по-моему, что-то основа даже что-то из прошлого. Там реально, Дим, только перевернуть его нужно. Ага. Там даже штекеры так вот как должно быть. А сейчас, если вставлено, оно, знаешь, как немножко раздвинуты вот так штекеры, чтобы влезло неправильным позиции. А его переворачиваешь, и он правильно становится. Так как раньше. Рой до роя. Как первичная структура должна быть. Раз, и он так переворачивается. Это даже не наполнение откуда-то, чтобы говно все в себя. Это вот именно типа диагноз, вот изначально восстанавливает и держит, поддерживает. А он у нас был ну. Наоборот. Да, извращен. Потому что в рое все общее, все нужно было отдавать, но структура была замкнута, типа все возвращалось. Но каждый отдавал все свое, получал что-то чужое. Такая система, сдержек и противовесов. Без роя ты никто. Только выйдет все, что твое уже в рое, а чужое ты получать уже не можешь. Это такая система была защиты. У всех роевых. Ну что ж, берем и у всех переворачиваем. Диагностом показываем. Перевернуть. Если такое встречается, переворачивать. Потому что из роя воинов здесь почти все. 80% мужиков белых, по крайней мере. Ну, не суть. Хорошо. Посмотри, сзади такой компик. Вон у себя, у меня такой же компик, только сзади нужно перевернуть. Скажи синим перевернуть такие компики у всех людей на земле. Кроме масонов. У людей. Масонов просто вытащить. Ни в ту, ни в другую сторону, чтобы не было. Это как ограничитель, чтобы человек не наполнялся своей энергетикой. Да. До определенного уровня ты даешь шварки так. Вниз обратно. Совершенно верно. Предохранитель. Угу. От осознанности.
Может, без них лучше вообще будет, посмотрим он. Прям вообще без них. Ну, скажем так, это не естественная структура, это больше для форматирования, мне кажется, чтобы держать определенную форму. Может, лучше реально естественно. Давай у себя вытащим, посмотрим. Угу. Не расцепимся, значит, хорошо. Я-то нет, это точно. Вот неверный пример, Мона. Вот вообще неверный. У человека, посмотри, какого-нибудь обычного есть? Ну да, есть. Но он больше становится. Тогда нахер всех убрать. Вот реально, вот эфирка, вот если вот такая, вот потом бабах, и больше намного становится, если убрать. Значит, их убирать. Да. Угу. И моё. Фух. Потому что это монофункциональные квантовые компики. Дятлы те самые. Ну да. Тот же принцип, который сейчас китайцы клепают. Вот откуда у них эти технологии, опять же, из роя. Сломать. Покажи солдатам, пусть стреляют в них. Во всех людей, в такие компики. Угу. Да, потому что если солдату сказать, что чужеродные негативные деструктивные программы у человека убирать, то они сразу на тот компик и его расстреливают. Угу. У них же определение вот на деструктив именно они направляют, то они его расстреливают. Прикольные у них эти пушки. Да, теперь шарик хорошо, спокойно, свободно залетает. Угу. И я наконец-то начал чувствовать судью, а то прям он меня вообще не воспринимал, как я вне его юрисдикции. Сейчас он меня начал чувствовать и что-то писать начал мощно. Хорошо. Ждем вердикта. Он скажет, может, теням? Ты теням, так теням. Не в пивной. Этим, что так, знаешь, подходит и ты-ты-ты-ты. Те не знаешь, вот эти которые. Сколько, новые, которые квантовые. Новые, да. Димка, мы сегодня шибанули тень в сферу, и оттуда квантовый аналог тени вылет. Такими глазами, знаешь, как у вороны подходит, так ты-ты-ты-ты-ты, клоп. Показали наших некоторых одиозных политиков, Собянина там. Собянина защита, но они ее пробили, уже пробьют. Ее подкачивают. Меркель там. И прочих. Ряд. Наших московских в Москву запустил. Под купол. Кстати, найди новую тень квантовую. Посмотри, какая прикольная. Почти такая же, ну вот... Я вижу ее контуры квантовые. Светло-серые, да-да-да. Углы такие. Капюшон такой, углы, и клюв такой. И какие-то треугольники, типа балакон, балахон, но так вот, типа углами. Да-да-да-да. Прикольно. Ну вот эти вот в Гарри Поттере дементоры вот так вот изображены. Ну, почти, неважно. Mm-hmm. Выпивают масонов.
Сегодня он еще похулиганила. О, да. Еще кого-то сюда. Это к первой части. Что возьми любой блокнотик плюс Мон и получит. Доверил ей. Я же люблю творить. Сделай понимаешь? Копию. Да, я натворил. Я тут творю, то вытворяю. Ну, она и сделала копию дракоши. Такие девочки милые получились. Они так цветочками плюются. Боевая единица. Плеваться цветочками. Что-то такое. Ну, такой энергии гармонизируешь. Все, ну, блин. Реально боевая единица. И пукают духами. Типа того, да. Воинов как-то не получилось. Ну, они, ты знаешь, мозги вынесут любому масону. Будут бегать цветочками. Да, убери. Нет, убираю. Скажи Сфере, пусть уберет. Да, они же зафиксированы там на 23 на уровне и все. Да, так стерла вот эту запись, нету. Угу. Интересно работает этот архитектор мозга. Дима, как ты его видишь со мной, что он делает? Он что-то совсем не с мозгом работает, а с чем? Он пластины вытаскивает, я смотрю, как вот мозг, как слоеный пирог. И он такой раз, какую-то ржавую, или как, знаешь, как высохшее тесто высовывает. Прямо как на... лазанья, мне вот идет да. Мозг, как лазанья. Как, ну, вот эти вот листы вытаскивает, и свеженько, да. Да, прикольно. Облегчает прям. Тот первый, он бы за годик вот эту работу сделал, который этот вот за 5 минут сделал. Там, я бы сказал, первый как хирург. Он эти по чуть-чуть так соскрябывает, знаешь, кисточкой, как вот сказки про этих археологов, которые вот так вот кисточкой все восстанавливают. Вот он берет такую мягкую кисточку, это лазонья, он бы так, знаешь, сколько... Какой Дима такой... Диагноз получился. Аккуратненький, такой нежненький, такой спокойненький, такой проникающий, усыпляющий. Блин. И что-то еще по низам можно сделать. Да, оранжевое что-то, чтобы... Отсекал все эти присоски на половых чакрах, вампиризм, привязки к эгрегорам, к разврату, к приворотам, к канонизму, к порно, вот этому всему, вот эту вот всю херню. И очень много идет зомбирования тоже через половую чакру. Да, люди как вот открываются. Ночью приходят, да, вот надо что-то сделать, надо подумать, что это такое может быть. Потому что много говна через половую чакру. Надо как-то это... То есть, чтобы естественное оставить, а вот эту всю бяку как-то, чтобы растворяло, убирало. Скорее, предотвращало, чистило. Потому что если там чисто будет, то не нужно будет ничего. Наполняло и направляло на хорошее. То же самое, по тому же принципу задать запрос, я думаю, на подсказку. Ну что, чтобы такое, чтобы мощное. Да. Ну давай сначала пусть Мона попробует, все-таки доверяю. Для девочек, я думаю, имеет смысл разделить, да, для мальчиков, для девочек, просто принцип немножко разный.
поговорить со сферой. Я вижу, как мандаринку. Да, такого мандаринка. Цвета. Оранжевый. Апельсинка, мандаринка. Ну, я вижу, что это и вот эту чакру у девочек захватывает, чтобы немножко переформатировать воля, именно да, на женскую все... энергию, да, а не на то, чтобы вот именно карьера, там, волю подавить, да. Вот, доминирующую пусть вот женскую. Гармонизирует тогда самахаты с зеленым. Как зеленый, только оранжевый, во, пусть так будет. Угу. Да, и также так как это смотри, это же будет работать по низким чакрам, там, где у людей блоки обиды, детских обид, угу. Вот это пусть тоже растворяется. Да. Потому что у людей очень много обид из детства идет. Знаешь, мамы там неправильно воспитывали, как-то подавляли, зажатости, как-то да. Зажатость, вот это, да. И это как раз уровень низа живота, низкие энергии. Пусть там все полностью убирает, чтобы естественно шли вот угу. Ток энергии. Да, нужно отдельно делать мужские и женские, потому что женские тут болезни совершенно другие, даже на физическом теле, знаешь, у женщин много из-за блоков, из-за этих, а здесь нужно свободное течение энергии, чтобы не было вот этих всяких там полип, ну, прочих вот этих да, женских. Да. Угу. Пошло Да. 63, дальше пошло сразу как-то раздавай всем своим клиенткам. Там, знаешь, как вот именно на женские блоки, на обиды, на все такое, вот это разбивает это все. Давай. Ну, классно, как там, как молоточек маленький, камешками так раз-раз. Ну, вот такой, вот так. И стирает, да. Идет и вот так чуть-чуть растрясает. Такой. Как ситочка, да, кажется. Трясет. Раструхает. Вот слово труха идет. Вот так идет, вот так медленно наполняет и разжижает. Гармонизирует. О, хорошо. Вот кто будет обидки убирать-то. Наконец-то. Сделали. Да, работает. Рассылаем всем знакомым.